4 апреля в Милли-Меджлисе было вынесено на обсуждение и принято заявление протеста в связи с конференцией в Сенате Франции 16 марта, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и проявившей явное неуважение к международному праву. В документе говорится, вызывает сожаление тот факт, что французский парламент после Второй Карабахской войны стал инструментом в руках сил, проводящих кампанию против Азербайджана. В период, когда активизируются международные усилия по заключению мирного соглашения с Арменией, шаг Сената Франции служит реваншизму. Недопустимо, чтобы Франция, уклоняющаяся от защиты прав национальных меньшинств, проявляла активность в связи с армянским меньшинством в Азербайджане. Термин «народ Корсики» был запрещен как противоречащий Конституции Франции. Однако Франция стремится представить проживающее в Азербайджане этническое меньшинство как народ Арцаха. Законы, принятые Сенатом Франции и Национальной ассамблеей против исламского сепаратизма, которые постоянно вмешиваются во внутренние дела Азербайджана, широко используются для ограничения свобод в этой стране. В этой связи конференция во французском Сенате является ярким примером политического лицемерия. Попытки Франции грубым методом восстановить утраченные позиции в регионе обречены на провал. Милли-Меджлис обратился к правительству в связи с тем, чтобы Франция, продемонстрировавшая несправедливые отношения к Азербайджану, не была вовлечена в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, пока она не изменит своей позиции. В условиях последних провокационных шагов французской стороны парламент Азербайджана еще раз проявляет свою принципиальную позицию, призывает Сенат Франции отказаться от практики искажения событий на Южном Кавказе, действий против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана, вмешательства во внутренние дела Азербайджана, предпринять шаги, способствующие установлению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.